Кадры последствий сегодняшнего обстрела Харькова публикует прокуратура. На фото видно, что одна из ракет попала в университет им. Бекетова. Количество пострадавших в Харькове возросло до 4 человек. Глава ОВА сообщил, что еще один раненый, охранник высшего учебного заведения, по которому пришелся второй ракетный удар. Мужчина получил ушибы, помощь ему оказали на месте. Я на стадии, это приедет.